Здорово, с тобой Артём Скадала Артёмов, и мы играем сегодня в The Texas Highness of Massacre. Ты сейчас обосрёшься. Игра чем-то похожа на ДБД, только не надо вонючие генераторы обезвреживать. Чистый стелс, чисто надо найти дорогу для того, чтобы сбежать. И ещё, блин, очень жутко и сделано просто, ну, на десяточку прям в плане хоррора. В этом видео мы будем играть за выживших. Смотри, какая мадмуазель у нас, блин. Немножко прокачанная, третьего уровня. Если тебе понравится игра, обязательно пиши в комментариях, чтобы я сделал следующую часть, но уже за маньяков. Я одну каточку сыграл, и мне показалось за них легковато, но очень интересно. Вкратце, здесь три маньяка, то есть целая семья, да, есть главный маньяк. У него есть характеристики, типа он там сильно больно бьет, быстро, например, бегает, но может мало собирать крови. Эти чуваки, у них там тоже какие-то свои характеристики, но они могут собирать крови больше. Что это такое? Нужно бить выживших, либо из ведер высасывать кровь и кормить батю. Там будет старый отец у них сидеть. И чем больше ты кормишь батю, тем у батю или дед, это не знаю. Тем у деда больше уровень, и он раз в какое-то время кричит и обнаруживает всех выживших на карте. А карты здесь большие, темные, ничего не видно, страшно, блин, вообще. Также есть разные способы сбежать, например, легкие там, через прям прямую дверь куда-нибудь выбежать на дорогу, но тебя легче поймать, да? Либо какие-то сложные, через подтаенные всякие двери, где нужно много всяких деталек, чтобы вскрыть там супер, короче, тяжелые двери, да, опять же. Двери. Итак, нам нужно вести себя тихо. Нужно искать отверточки, взламывать замки. Ну и, конечно же, убегать. Вот это план, прям 10 из 10, ему мы и будем следовать. Появляемся мы на какой-то петле. Сейчас наши красивые девчонки должны сбежать, но я мастер в этом. Смотри, тут вот такая полоса шума. Нельзя слишком много шума наводить. Тут все на шуме повязано. Иначе быстро обнаружат, где ты находишься. Поэтому делаем все аккуратненько. Не моросим, никуда не торопимся. Так, оп-оп-оп, одна уже спрыгнула. Молодечек, я надеюсь, меня войс никто не слышит. Непонятно, он тут на кнопку, не на кнопку. Как-то она быстрее меня сбежала. Ты чё, рисковать решила, да? Решила на рискочек спрыгивать? Давай мы пойдем в другую сторону. Лучше мы будем сами действовать. Попытаемся, по крайней мере, сами сбегать. Потому что, ну знаешь, они все время бегают, эти людишки. Что-то шумят. А мы оба вот так. Вот где-то маньячок, где-то рядом маньячок. Давай посидим аккуратненько. Чтобы он просто мимо нас прошел. Вот эта вот желтая вокруг штука, видишь, появляется. Красная теперь. А-а-а! Блять! Тихо! Тихо! Он меня не увидел! Чё за хрень? Чё ты в самом начале? Чё, брат? Брат, можно я просто пойду? Спасибо большое. А ты чё, добрый? Или ты тупой? Ты чё, первый раз играешь? Он, видимо, не знает, что можно взламывать. Ой, он, по-моему, сюда идет. Так, все по съёбам. Ой, блядь, так, все сюда по съёбам. Нормально, орех. Нормальный у нас орешек. Так, тихо. Какой-то маньячок, по-моему, не очень умный. Ну, сука, напугал он меня бодренько, конечно. А вон, смотри, еще одна дама там куда-то ползет. Подожди меня. Подожди меня, я тоже хочу с тобой. Тут как-то не по себе. Ой, блядь, деда, сука, разбудили. Да чё вы меня пугаете всем? Игра, сука, страшная, особенно первые разы, когда играешь. Тихо. Да у тебя там маньяк был. Он чё, в дырку лезет? Дед заорал, меня просканировали. Видишь, желтая херня. Короче, когда дед орёт, ходить нельзя. Иначе он сканирует тебя. Так, он что, пытается в дырку залезть? Это глупый чел. Я, пожалуй, пошел. Ну его нахуй. Дай хилку возьму еще на будущее. Так, мадмуазель, вы там нигде отвертку не находили? Нам бы вот эту дверь ебаную взломать, нет? Мы в тупик сейчас зашли с тобой. Хорошо, что он не догадывается сюда идти. Это я яркость, прикинь, на всю выкрутил, чтобы нам было полегче с тобой играть. Играл на средней яркости, вообще нихуя не видел. А че он там сидит? Или кто там рядом с ним сидит? Он все еще в этой щели, что ли, сидит? Ладно, все, пойдем, короче, отсюда. Слушай, он тупой какой-то максимально. Ищем отвертку, пойдем. Главное вот эти вот хуйни не сбивать. Так, тихо. Сейчас отверточка, вот тут по-любому лежит одна, смотри, да, красивенькая. Так, тут все, смотри, чтобы поднимать, надо не шуметь. Опять он где-то рядом. Но когда будет красная, значит супер рядом. Вот иногда красная, значит он где-то супер рядом, но он, видимо, сзади меня, за спиной. Ну, за стеной, точнее, стоит. Так, тихо, сваливаем отсюда аккуратненько. У нас уже есть отверточка, есть хилочка. Отличненько. Отличненько. Теперь надо вспомнить, откуда я пришла. Откуда я пришла, я не помню. Вот из этих штук можно заточки делать из костей. Это помогает, я так понимаю, отбиться от них. Можно еще как-то из стелса... Блин, это тут я заспавнился. Можно еще как-то из стелса на них нападать. И заточку в них втыкать. Ну, наверное, я не пробовал.
Так, аккуратно, аккуратно. Дамы, да, неплохо сделано в этой игре, конечно. Опять ты где-то здесь. Опять ты где-то здесь, ты за мной бежишь? Он что, просто там стоит или что с ним? Он меня пугает своим... Ну, тут еще два члена семьи, я не знаю, там какой-то дурачок. Так, сейчас взламываем дверь отверткой. У меня, кстати, перк на то, чтобы быстро взламывать все это дело. Но тут пока нам он не нужен. Поэтому мы никуда не торопимся. Так, не торопимся. И слишком шум тоже не поднимаем. Кого-то убили, значит, кто-то все-таки работает. Опа! Нашумели! Нормально, дайте за собой закрыть. Наверное, не стоило. Дайте я тут спрячусь. Не знаю, по-моему, я очень плохо спрятался. По-моему, супер отвратительно. Тут вообще прятаться негде. Надо было дверь за собой не закрывать. Если меня сейчас ждут тут, то я убежать. Ебать, там день! Ну, кстати, с одной стороны... Бля, сейчас дед закричит, а я по лестнице лезу. Стоп. Стой. Вот, не шевелимся, видишь, они ходят. Дураки, блин. Их дед видит. А я сижу, и на мне скан его не работает. И они такие, опа, вот там тела, смотри, бегут. И бегут по-любому их ловить. А меня никто 100% ловить не идет, потому что я... Нормальный, разумный человек. Я не умею сбегать отсюда пока какими-то хитрожопыми способами. Типа, там через главные, ой, через какие-то потайные ходы, где надо что-то где-то активировать. Какие-то электрощитки там где-то, предохранители, что-то какие-то вентили. Надо куда-то что-то понажимать. Я это не умею. Я всегда пытаюсь... Вот, можно, кстати, вниз падать от них. Но это тратит ХП, а маньяки не могут в эту трубу спрыгнуть. Блин, через дом прям, прикинь, дорога лежит. Короче, можно сбежать тупо через главный вход, я насколько знаю. Но, типа, там... вот так, вот такая там беда, блядь. Вот такая там беда. До свидания, нахуй. Теперь, братишка, мы с тобой не дружим, блядь. Опа! И бабах! Нормально. Чуть-чуть ХП сняло. Ничего страшного, малышка, не волнуйся. Мы сейчас заново отсюда выберемся. Мы сейчас будем выбираться отсюда заново. Мы можем повторять это из раза в раз, по много раз. Так что не парься. Так, сейчас вот эти люки на будущее пооткрываем. Надо все их, думаю, открывать все время, потому что... Ну, хреново их не открывать. Благодаря им сбегать очень легко. Потому что не все маньяки могут в эти штуки залазить. Надо еще какую-нибудь дверь вскрыть. Нужно еще открыть отвертку, найти отвертку какую-нибудь. И еще какую-нибудь дверь. И тоже ее взломать. Эти чуваки бегают, ищут канистры с кровью, заполняют себе с бутылки и носят деду этому пить. Им надо быстро деда прокачать. Вот, видишь? И у него, короче, это... Ну ладно, они сейчас это не левел, это он просто кричит. И он потом будет вообще часто орать, а на пятом уровне он будет сканировать, даже когда ты в стелсе сидишь. То есть тебе надо, по сути, дается какое-то время сбежать отсюда. Так, где-то он рядом, смотри, бензопилу слышу. Тихо. Давай, не парься. Сейчас нормально отверточку возьмем. Еще какую-нибудь дверцу взломаем. Так, не знаю, ХПшку давай съедим. Опа, хорошо. ХП все время по чуть-чуть тратится, если тебя один раз пырнули. И как бы тебе все время... Блять, можно деда, кстати, да, пырнуть. Он, я не знаю, его можно ли убить совсем. Но это как бы связь между семьей, чтобы это не значило, разрушает. Поэтому можно деда убивать. Сейчас мы найдем другую дверку какую-нибудь интересненькую, нет? Опа, опа. Нормально. Вы вообще, что они делают? Они двери эти будут взламывать тоже? Или я один этим буду заниматься? Так, тихо. Смотри, тут чел какой-то пытается сюда пролезть. Нахрена он тут делает что-то? Так, деда покормили, тихо. Сиди там, не шевелись, только не привлекай. Сиди, дед кричит. Что там, кто-нибудь спалился из наших? Никто не... А, кто-то сбежал. Ты, блядь. Что ты сюда лезешь, я не понял. Что ты здесь хочешь? I'm here, нахуй. Тут чел какой-то бежит. Дверь закрой за собой, не позорься. Сейчас еще одну отвертку попробую достать. Идет, да, идет где-то. Блин, где идет только? Узнать бы. По-моему, сзади меня. Тихо. Нет! Тихо. Нормально! Уебываем! Блять! Нихуя себе! Нет! Тупая дверь, блять! Уходим! Всеми силами съебываем нахуй отсюда! Что-то они меня как-то тухло преследуют. Надеюсь, они на того челика отвлекутся. Так, все, пропал чел. Да, именно он. Они его убили! Мне кажется, я не выберусь. Я буду всеми силами стараться. Так,
Ливнул. Умер и ливнул. С позором. Тихо. Стоп, стоп, стоп. И дед еще крит. Ебать, ебать. Пошло дело, пошло. Так, стоп, где тут эти, блядь? Мне нужны срочно узкие проходы всякие. В узких проходах они не могут бить. Где-то тут должна была быть дверь. Он ломает стену, он ломает стену. Да блядь! Да что ж ты доебался-то? Сука, что творит, а? Так, перепрыгиваем. Аккуратненько. У меня нервов не хватает. Почему так напряженно, сука? ХП кончилось, ей нужно восстановиться. Ей нужно восстановиться. Ну, хоть есть на что посмотреть, как говорится. Все, молодец, молодец. Он, по-моему, нас потерял. Он, по-моему, нас потерял. Блин, это плохо то, что чуваки поумирали. Потому что, знаешь, почему это плохо? Потому что. У меня нервов не хватает. Это плохо, потому что сейчас вся охота на меня одну перейдет. Это не очень вообще, это супер плохо, блин. И вот эти двери, ну как же тихо, блин. Может есть перк тихо их открывать? Ладно, съебываем быстренько отсюда. Бля, мы прям в хату попали, слышь. Хорошо, что они тут капканы никакие не... Сука! Капканы! Я в рот вам, блядь, толкал эти капканы, ёбнутые что ли? Сейчас притворимся ей. Блядь, тут все собрались. Тут собрались абсолютно все. Есть где-нибудь хилка? Или отвертка, сука, надо было заточку взять. Нормально, нормально. О, чё, блядь, удачи. Я не знаю, что это было. Удачи, удачи, он за другими пошел почему-то. Чё такое? Дед, блядь, скулит, сука, ёбаный дед. Иди нахуй, дед. Дай мне бухнуть. Так. Вот, блин, отвертку бы какую-нибудь. Что-нибудь воткнуть бы в деда. Дед, только не надо меня видеть. Да, бля, дед! Дедуль, пососи. Там кого-то пыряют. Так, это выключаем. Как же жутко, блядь. Как же, сука, жутко! Хорошо, что я лампу выключил, слушай. Блять, они тут все. Сейчас кто-то меня увидит, отвечаю. Кто-то меня должен увидеть! Почему они меня не видят? Блять, он 4-го уровня. И в окно, сука, выпрыгнуть нельзя. Почему нельзя в окно выпрыгнуть? Это бы упростило чуть-чуть геймплей за выжившего. Петушок. Блядь, откуда ты взялся? Я жива? Я не жива, я жива! Нет. Я последняя была, ладно. Пацаны быстро вымерли. Чисто жизнь Хованского. Небольшой обзор прокачки для тебя между каточками. Смотри, тут, короче, вот нам дается персонаж. Я прокачиваю вот эту вот деваху. А, там есть косметические всякие приблуды. Я потемнее выбрал, чтобы в темноте меня было не видно. Хитро. А, также здесь есть перки. Перки необычно вот так вот прокачиваются. Может, для кого-то обычно, не знаю. Вот ты начинаешь прокачку, и ты выбираешь, в какую сторону идти. А, то есть нельзя, да. Ну, сбросить все это можно будет, но нельзя и сюда, и туда, и сюда пойти. Вот ты идешь, например, тут еще одна развилочка. И вот так всякие развилочки появляются, и ты прокачиваешь своего персонажика. А, там ты достаешь разные перки, которые можно будет потом вставить сюда, ну и чтобы пользоваться. Здесь есть прокачка всяким там, например, стелса, профессиональной какой-то штуки, наверное, как там будешь всякие аккумуляторы и так далее вставлять. А, вот, не знаю, может скорость зависит от открывания дверей, например. А, стелс, да, насколько ты будешь бесшумный, там сила, выносливость и так далее. Вот так можешь как в РПГшечке какой-то себе персонажика прокачивать. Прикольно? Прикольно. Поехали! Раз, два, аккуратненько. Выкарябкиваю. О, по-моему, я благодаря перкам, или я ошибаюсь, но шуму меньше стал наводить. Я там стелс просто себе качнул, перк на стелс поставил. И, по идее, я теперь меньше шумлю, когда всякие штуки выполняю. Ну-ка, проверим.
Да, реально, так и есть, прикинь, я теперь все могу взламывать намного быстрее, очень круто. Погнали, погнали. Я, короче, на этом персонажике пытаюсь в стамину, в выносливость и в стелс чисто идти, чтобы быстро все бесшумно, короче, везде делать и быстро бегать, если что в случае чего, ну, в случае того, в случае туда-сюда, если меня обнаружили. Короче, наверное, понятно. Говорю, смотри, я уже возле двери, которую можно взломать, прикинь. Быстро пока действуем, кстати. Хорошо, прям хорошо. Так, оп, теперь ищем нужный... Опа, отверточку вставляем. Нормально, пошли. По-моему, я нашумел чуть-чуть, нет? Или почти нашумел, не очень понятно. Так, тихонечко. И если мне кажется, быстрее теперь полоска вниз стала сужаться. Блин, какое совпадение! Двери дед в одно время! Либо это реально от двери зависит, или что происходит-то? Быстро валим отсюда. Валим, 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 валим! Блядь, дедуля ебаный! Сука, дедун! Надеюсь, сюда никто не идет. Надеюсь, много кого там спалили и их щимят. А меня еще не щимят. Мне просто очень-очень-очень нужна отвертка. Там курица, мы туда не пойдем. Мы пойдем, пожалуй, вот сюда. Аккуратненько. Сейчас найдем какую-то дверцу хорошенькую. Как отсюда сбежать? Так, я куда двигаюсь, интересно? Ой, тут что-то звуки страшные какие-то. А вон движок сломался, смотри, чел. Смотри, смотри, путешествует там, вырубил. Кто-то, видимо, а как кто-то, откуда он был включен, непонятно. Ладно, давайте, ой, они там вдвоем бегают. А меня, по-моему, в кустах очень даже хорошо видно. А чё они там пасутся? Идите ловите остальных всех. Меня ж никто не видит, правильно? Я умоляю, пожалуйста, ты меня не видишь. Скажи, что ты меня не видишь. Брат, да, поищи вот в тех кустиках, правильно, правильно. Дедуль, и ты меня не видишь, да? И дверь за собой не закрывай еще. О-о-о, хорош. Хорош. Так, ты меня не видишь. Уходи, пожалуйста. Что ты там смотришь, разглядываешь? Блядь. Так, чего ты ее там... Ты чё, запер дверь там? Пиздуй отсюда, дедуля. Так. Нормально. Дед, проори там, спали других жертв, пожалуйста. Мне главное самому сбежать. Мне на мою команду насрать. Это не команда, это незнакомые люди, с которыми я даже секунды не пообщался. Я даже не уверен. По лору, если то, я даже не знаю, тут ли есть кто-то или нету. Так, тихо. Вот что он там налепил, давай посмотрим. Он там, по-моему, дверь вот эту забаррикадировал. Что он сделал здесь? А, сука, реально, смотри, закрыл дверь нам. Так, все, я понял, все, я понял, все, я понял. Тихо, да отвали от двери, да, сука, ебаный чат. Так. Они все сюда пришли или что? Он в обход пошел. В обход пошел, так, я могу съебаться пока. Я могу пока аккуратненько убежать, по-моему, меня спалили. Ну, вроде, да, он же прям на меня смотрел, правильно? Ты никого не видишь, брат. Тебе очень-очень кажется, друг. Просто уйди отсюда, иди курицу там потормоши. Поцелую, обними. Так, по-моему, реально ушел. Где тут главный двор? Я хочу просто через центр уйти, если возможно на этой карте так сделать. Блять, они прям вот в этой части все время ходят. Но они, по-моему, кровь деду не носят. Они должны его поить, напоминаю. Чтобы он развивался там, в развитие, чтобы у него шло. Так, отвертка есть, слава богу. Ой, блять, ты че, братан? Напугал меня. Как жизнь, друг? Тебя надо похилить, стой. Не надо похилить, ладно, как хочешь. Ты хромой просто? Ну ладно, иди гуляй, короче, отдыхай. Ты к ним, да, пойти решил? Они вот эту дверь пасут. Вот тот, сука, дверь эту пасет, а? Мне она нужна. Может быть, он уйдет оттуда? Может, просто посидеть? Сейчас дед покричит, они все такие, так. О, опять тут стоят, смотри. Чё там, смотри, лепит. Сидит, огурцы срывает, наверное. Так, Джонни found your... Чё-то он сделал там, блядь. Шагай отсюда, брат, иди в подвал спустись. Иди спустись в подвал. Давай. Братишка, правильно. Что ты там бьешь? Там ничего нету. Иди прогуляйся отсюда. Че, никак не обойти, да? А им, видимо, ломать эти преграды нельзя, пока ими никто не воспользовался. Блять, он влюбился, что ли, в эту курицу? Съебись отсюда! Дай мне пройти в эти ворота! Я не знаю, что там. Ты что там делаешь? О. Так, иди, да, там погуляй, правильно. И дверь забудь закрыть за собой. Пожалуйста, умоляю тебя. Долго я тут сидеть буду, интересно. Давай попробуем подкрасться. Тихо. Тихо, тихо, братишка. Мы сейчас аккуратно этим моментиком воспользуемся. Мы аккуратненько воспользуемся твоей же тупостью. Так, пока хорошо. Пока хорошо, пока хорошо. Давай в кустики нырнем. Он, наверное, даже не подозревает, что мы сюда попали. Как же мы могли, да, сюда попасть, брат? Согласен? Так, еще одна дверь. Не знаю, открыть, не открыть.
Так, ну ее надо взламывать. Но мне почему-то кажется, лучше оставить это на взлом какой-то нормальной двери, нежели на дверь, которую ведет назад. Фу, у меня такой стресс! У меня такой стресс, нервяк прям максимальный. Глаза начинают дергаться опять. Дай вот эту штуку приоткрою. Тут никого нету. Вот я не знаю, что с этими электрическими штуками делать. Чё за хрень? Открывай. А чё такое? Он, наверное, забаррикадировал с другой стороны или что это? Это шумно было, интересно, но вроде никаких значков не вскакивало, не выскакивало. Блядь. Блядь! Тихо. Повезло, что-то он не рубанул. Так, он пилу заводит. Он заводит пилу. А мы спрячемся от него, правильно? Потеряй нас, брат. Потеряй, пока тупил с пилой. Так, он пока тупил с пилой, потерял нас и пошел курицу пырять. Ну, маньяки не самые умные попадают. О, стой, генератор запустили. Что это значит? Тихо. Иди, да, ищи того, кто генератор запустил. Ты тупой, там генератор запустили. Ты еблан, чем ты слушал? Чем ты слушал, сука? Уйди отсюда, пожалуйста. Блин, что он влюбился в это место? Вы идите деда напоите. Он вообще у вас ничего не делает. Не кричит ничего. Он реально пришел эту хуйню ломать. Он меня спалил или мне кажется? Так. Да что тебе надо здесь? О, правильно, шагай отсюда. Давай. Давай. Мне бы эту вентиляцию открыть, в которую я чуть не врезался. А пила у него, интересно, сядет когда-нибудь? Давай, брат, удачи. Электричество пропало. Кто-то запустил ворота, смотрите, он их пытается охранять. Кто-то сбежал, сука, кто-то сбежал. Один из нас сбежал, я тоже хочу сбежать. Не надо, не жми там ничего, иди погуляй, брат. Иди погуляй, иди полови кого-нибудь. Хватит тут охранять, кемперить. Как это называется, модно. Да хватит тебе... Иди займись работой. Иди деда напои кровью уже. Пусть покричит мужик. Сука, он будет тут по кругу, да, сейчас налево пойдет. Че он там в стену смотрит? Так, ладно, это, возможно, мой шанс. Я рискну, похуй. Так, че? А че? Это баги какие-то или чё? Смотри, я ничего не могу. У меня сбрасывается, и тут сбрасывалось тогда. Видишь? Все сбрасывается. О, нормально, после эскейпа заработало. Быстрее. Это, наверное, свобода. Похуй. Блять, я сломал из-за того, что шуметь начал. Брат, ломай, блять. Отвертка есть? Тихо. Нахуй я начал вот это делать? И, сука, почти. Почти. Давайте, ребят, шагайте отсюда. Тут, по-моему, есть еще одна отвертка. Мне надо ее взять пойти. Только в кустики не заходи. В кустики не заходи, братишка. Блин, из них реально никто не развивает деда. Очень странные ребята. Ой, так, не спалил меня? А, он опять включил электричество. Там где-то можно генератор, видимо, просто вырубить. Надо подождать, пока они свалят отсюда. Повезло с маньяками. Нужно стараться на максимум. Но мне надо отвертку на будущее. Прикинь, поломал. Я не знаю, поломал из-за того, что начал быстро клацать, и она сломалась. Или просто она в принципе сломалась. Типа не с каждой попытки получается открыть. Где-то тут генератор, который они все время дрючат. Они его... Подожди, а как это работает, что генератор... Он меня спалил? Так, тихо. Что он делает? Все, гуляй, правильно. Иди погуляй там где-нибудь, правильно. Иди походи. О, шагай. Лови там кого-то, давай. А может, деда убили? Поэтому они ничего не могут. Так, ну давай. Вот, направо, правильно. Направо, давай. Давай. И вот отсюда больше не выходи. Во-во-во, дверь там заколоти. Да, выйди из нее. А? Молодец. Так, вот, я вижу провод. Тихо, давай по проводу пройдемся. А, они наоборот его включают, видимо. Так, он там пробежал. Тихо, это так делать, да, блять, надо? Это очень долгий процесс, я так понимаю. А, наверное, тут нужна сила. А у меня ее маловато. Блять, давай, брат, ты. Блять, брат, куда, сука, ты решил воспользоваться мной? Блять, заново или быстрее стало, не понимаю. Блин, у него, короче, сила. Прикинь, а он девчонку заставил пинать. Я сам побежал к выходу.
Но с другой стороны, может, он сломает. У меня голова закружилась! Давай, быстрее, педаль, сука! Давай, 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 братишка! Делай, что ты там делаешь? Но это и так шумная штука, может, нас никто не спалил? Ты что, будешь взламывать? Что ты сел, обосрался? А, ты взломал, нормально, молодец, брат, пойдем? Пойдем? Я хочешь похилю? Вот, смотри, братишка, это тебе чисто помощь. Ништяков тебе. Че, все? А, то подожди, там еще бежать и бежать по трассе, блин. А, тут можно было просто через двери, по-моему, уйти. Потому что я играл на этой карте и ничего не такого не делал. Я просто ушел так через двери. Все, все, бежим, пока тут никого нету. Бежим! Не охраняет никто! Давай! На волю, брат! Вперед! Вперед, вперед, вперед! Так, все нормально. Еще один свалил, да? И я свалила. Все, супер. Одна дама какая-то осталась где-то. Давайте посмотрим секундочку, что она там делает вообще. А, тут можно починить машину и уехать? Или что она делает? Но машина не похожа на ту, на которой можно уехать. А, нет, тут просто подпитана, видишь как? И она тоже пытается сбежать. Давай, давай, да похуй. Нет, нет, сломается. Я увидел, теперь там значок поломанный. Ты сломала, да? Блядь, ты сломала. Ты на ту же ошибку, что и я наткнулась. Нормально, нашла инструментики. И... ты что, еще раз поломала? А, не, нормально. Нормально. Да, все сбежали. Да, я говорю, маньяки, дураки какие-то. Да все, до свидания, неинтересно даже на вас смотреть. Если хочешь, следующее видео можем сделать за маньяков. Обязательно ставь большой палец вверх, подписывайся на канал, пиши о том, что ты хочешь в комментариях. Группа ВКонтакте, Телеграм, Бусти, это то, на что ты обязан быть подписан, должен быть. Да, вот так вот. С тобой был Артем, до встречи.